привет! Сейчас мы находимся на реке Туручук. Вот отсюда стартует наш проект. И мы будем отсюда спускаться вниз по Туручуку, Яське, Беляевка, Маяки, Днестр, Днестровский лиман, Акерман, Черное море. Вот примерно такие, это вот наши клиенты непосредственные, вот такой вот мусор. А еще мы нашли для какой-нибудь своей скульптуры из металлолома вот такую детальку. Ну, пройдемте дальше. Имеем вот такие кучи на берегу. Будем стараться тоже что-то отсюда унести. Вот такие кучи мусора. Не ясно будет, что с этим делать. Кто это все будет выгребать. Ну, что сможем выбрать, то выберем. Ну, в общем, я снимаю, вы говорите только громко. Что говорить? Ветер дует. Красота наша общая, как говорится, общая нас всех людей, как говорится. И здесь каждый из нас должен участвовать в том, чтобы хотя бы было чуть-чуть чистенько. Ну идешь мимо, возьми, подбери какой-то мусор, не вопрос. Нагнись лишний раз, здоровее будешь, как говорится. И за собой главное не оставлять. Вот подсказывают со стороны главные аборигены. Собственно говоря, мы можем теперь познакомиться. Это Анатолий, мой друг, который согласился помочь нам в нашем экопроекте. В общем, мусор, который мы соберем в районе Троицкого по всем каналам, мы будем свозить сюда. И Анатолий уже потом... Отсюда уже машинами мы закажем машину и отсюда уже увезем, утилизируем там, где это общепринято. Так, значит, что было проделано за последние дни? Готовлен пока что тестовый экземпляр подъемного транса. Сделаны рундуки для хранения двигателя и канистр. Куплены самые дешевые белевые блочки и сделаны швертали. Сейчас примерим блочковые стопора. У нас есть две швертали. Одна и вторая. Вот за эти концы будет подниматься шверт один, шверт второй. Думаем поставить стопора вот такие. Ну, вот так они будут прикручены. Просто говорят, что как раз для шверталей хорошо подходит кулачковый. Так, ну, в общем, лодка у нас практически закрывается. Вот так. Можно здесь будет навешиваться замочек. Ручки пока что тоже из, скажем так, обычной ржавеющей стали. Может быть, это и неправильно, но наша цель спустить на воду лодку.